Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается видеоинструкция по работе с базой данных IEEE Explorer. База данных включает в себя электронные версии журналов и трудов, опубликованных Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. The Institute of Electrical and Electronics Engineers. А также его партнеры. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике – это международная некоммерческая ассоциация специалистов различных областей современной электротехники и радиоэлектроники. Выпускает примерно треть от всей мировой литературы, касающейся применения компьютеров, систем управления, электротехники, радиоэлектроники, а также является мировым лидером в области разработки компьютерных и коммуникационных стандартов. Для начала поиска в базе данных необходимо зайти на сайт Российской государственной библиотеки www.rsl.ru. Дальше с левой стороны находим раздел «Электронные ресурсы». В открывшемся окне находим подраздел «Удаленные сетевые ресурсы». На открывшейся странице видим таблицу, в которой находим ссылку на базу данных IEEE Journals Library Plus. На главной странице базы данных можно ввести простой поиск, поиск по автору или поиск конкретного издания. А также воспользоваться расширенным поиском. На странице расширенного поиска вводим ключевые слова в поисковое поле. При необходимости можно выбрать поле для поиска. Уточняем параметры поиска. Выбираем поиск только в доступном для читателя РГБ контенте. Выбираем год издания публикации. После всех уточнений нажимаем «Search». В результате поиска получили список подходящих нам публикаций. Можно сократить результаты поиска по некоторым критериям. На странице с результатами поиска можно посмотреть выходные данные работы. Чтобы посмотреть полный текст, кликаем на название работы. На открывшейся странице во вкладке «Экстракт» можно ознакомиться с аннотацией публикации. Во вкладке «Authors» представлены все авторы работы. Во вкладке «Reference» можно посмотреть список используемой литературы. Во вкладке «Cited by» представлен список работ, цитирующих данную публикацию. Здесь же можно посмотреть карту цитирования. Во вкладке «Keywords» можно посмотреть авторские ключевые слова, термины IEEE и ключевые слова базы данных «Inspect». Во вкладке «Metrics» представлены данные о количестве просмотров и цитирования статьи. Во вкладке «Семера» представлены публикации, близкие по тематике. Для просмотра и сохранения полного текста необходимо кликнуть на кнопку «Full Text as PDF» либо «Full Text in HTML».
Для возврата к списку результатов нажимаем «Back to Results». На этом рассказ об основных поисковых возможностях базы данных закончен. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нам за помощью в Российскую государственную библиотеку.